Доброго времени суток всем! Мы на канале «Осень жизни». С вами я, Тамара. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поговорить о препарате Вольтарен 100 мг для лечения воспалений, устранения болей. Специалисты часто назначают лекарства в виде суппозитории, в виде свечей. Одним из самых эффективных, быстродействующих считается препарат Вольтарен. Согласно инструкции, он может быть использован в разных направлениях медицины. Активным веществом Вольтарена в свечах 100 мг является диклофенак. Вольтарен – это оригинальный препарат. Это импортный препарат, а наши производители на фармрынке выпускают под названием диклофенак 100 мг, тоже в свечи. Препарат Вольтарен является нестероидным препаратом, который обладает рядом свойств. Обладает противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим действием. Препарат также борется с ревматическими патологиями, снижает температуру тела и воспаленной области, восстанавливает работоспособность составной структуры. Свечи Вольтарен разрешен к использованию также в послеоперационный период. Основной компонент диклофенак способен снимать припухлость, чувствительность нервных окончаний в области швов и ран. А также препарат обладает выраженным блокирующим действием при возникновении боли невротического характера, при невралгиях, во время менструации, при мигрениях, при патологии мочеполовой системы. Свечи Вольтарен назначают при ревматизме, артрите, артрозе, спондилоартрите, крыжах межпозвоночных дисков, остеоартрите, травмах позвоночника, подагре, приступах колик в области почек, желчного пузыря, патологии хрящевой ткани, воспалении суставов, отеках мягких тканей, головных болях, невралгиях, реабилитации после оперативных вмешательств, воспаление маточных труб яичников, отите, тонзиллите, фарингите, бурсите, ишалгии, миалгии, радикулите, люмбага, зубных болях, цистите, простатите, воспалении и болях органов малого таза. Вольтарен в форме суппозитория предназначен только для ректального применения. Свечи вводятся в ректально, положение лежа. После введения требуется оставаться в горизонтальном положении около 5 минут. Процедуру рекомендуется выполнять лежа на левом боку, согнутой правой ногой. Свечи Вольтарен необходимо принимать с постепенным увеличением дозировки. Курс терапии количества свечей должен рассчитать врач после осмотра. При слабой и средней выраженности болевых симптомов начальная дозировка не должна превышать 100 мг. Вот одна свечка, начальная дозировка. Для снятия симптомов отека и боли в суставах в утренние часы необходимо ввести по одной свече перед сном и утром. Дозировка сутки не должна превышать 150 мг, это получается 1,5 свечки. При проявлении неприятных симптомов во время менструального цикла доза Вольтарена в день не должна превышать 150 мг, 1,5 свечки. При сильных болевых ощущениях возможно применение 200 мг или 2 свечки при сильных болевых ощущениях. Для терапии урологических и гинекологических патологий максимальная доза в сутки составляет 100 мг, 1 свечка. При головных болях в
Вставляют одну свечку 100 мг. При необходимости через 5-8 часов вводят еще 100 мг препарата. Последующие несколько дней дозировку следует уменьшать до 150 мг, до 1,5 свечек. Препарат рецептурного отпуска отпускается из аптек по рецепту врача. Также имеются у препарата побочные эффекты и противопоказания. Диклофенак свечи 100 мг где-то 60 рублей и выше. Вольтарен – это оригинальный препарат 100 мг, 5 свечей в упаковке – это намного дороже. Свечи диклофенак, вольтарен, они по своему действию заменяют инъекции. Вот о таком препарате я сегодня кратко рассказала. Всем всего доброго, всем здоровья, до свидания.